когда-нибудь такое передать, кому говорите? Всем передадим, братья, всем. Так еще говорят, дорогие друзья, да? Вы же не обессудьте, особо так не могу разговаривать. Дорогие подписчики. Особо-то что, особо-то ничего. А какой совести ты говоришь, кто там пишет совесть? У тебя самому есть совесть вообще? О! А? Тебе обязательно надо, там что-то ляпнуть, да? Сиди так, как говорится, на заднице ровно. Совесть, не совесть. Совесть, что такое знаешь, что ли? Бомба. Зачем там какие вещи писать или байки? Напиши нормально, или что-то говорить, задай вопрос. А он что написал? Тебе что дело нет? Совесть есть кому говорит, я не знаю. А он сам себе говорит. Это Шума, который? А я не знаю там. Вот, который пишет на гадовце. А? Отпиши на гадовце, отпиши. Да, тут тоже нет, ничего тоже нет, брат. Просто, не знаю, люди с ума сходят. Что ты пьешь? Что за собой просто посмотрели, как кто они сами, что. Пишут каждому там, я не знаю, плохого. Что-то такое, блин. Хорошие тоже не забывайте, за хорошие тоже говорите. Взвешивайте. Все как всегда о плохом говорите. Скоро на войну повезет. Вот и весь хайп. Али, мама, али. Я же для вас. Симон Иваев. Гуйнаский салам тоже. Всем брат Иисуса. Я один аферистом написал. Аферист из Тиндера, который женщин обманывает. Он, короче, зашел на эфир и тебе написал. Что говорит? Что он говорит? Что он пишет? Посмотри, да, ты же. Брату пишет, на что все по-своему аферисты. Там конкретно на 10 миллионов долларов женщин по всему миру обманул. Он обманул? Да. На 10 миллионов? Долларов. Долларов? Женщин? Да. Женщин по всему миру. Вот их ищите, их обсуждайте. Бедного простого пацана с горба 400 рублей обсуждали, там такси кинули, это кинули. Ты такси не кидал, что ли? Или мне сегодня денег не было? Такого не было у тебя, ничего. А что обсуждали? Или ничего, все такие крестами чистые, да? Оригиналы все. Тебе салфетку дать? Да, да. Ну, отпиши. Укарасским салам алейкум. Владимир. Иладар Конте. Какую грязь написал? Тубинским тоже салам алейкум. Шамхал тоже салам алейкум. Всем пацанам салам алейкум. Ними да брат. Вот такой заряд нет, тоже. Там в комментариях есть. Розыгрыш что? Розыгрыш не будет. Розыгрыш хотели сделать, не получилось у нас, если честно. Там кто-то это билеты покупал, тоже сейчас возвращаем все деньги, половина от 3, половина сейчас потихоньку скидываем. Там небольшая сумма, тысячи там. Сколько там? 340, да? Да. 7 до копейки возвращаем, так что не беспокойся, не нужны нам вообще 400 рублей. Если кто-то там волнуется, там за эти деньги, кто-то пишет там, кинули, не кинули. Кому деньги не дали, всем приду сейчас. Просто до сих пор мы думали разыгрывать его, поэтому не скидывали, да, уже вот решили не разыгрывать его. Сейчас
Поэтому на Тихонка отправляемся к ним. Всем придут. Успокойся, брат. Никаких вопросов. Да, надо или уже саламы передавать, да? А что делать, брат? Тебе салам кидают, ты же должен салам валить, салам ставят. Как карается беспредел? Мишель, что вы волнуетесь, как будто он 400 тысяч должен. А, он типа красавчик. Вот эти 400 рублей, походу, они в жизни никому даже и не помогают, наверное. Возьми 300, дай-ка. Хасовский пацанам тоже салам алейкум. Хасовский бумера? Один раз, по-моему, был. Кизилюк ты часто брал, да? Кизилюк тоже 2-3 раза. А Дербенти? Дербенти сделал, держит, да? Дербенти я жил. Дербенти я жил, ты куда? Моя семья туда. Я представляю тебя, Дербенти. А что? Ты как, наверное, Мурат Дебир Бобик переворачивал. Это Мурата Дебира знаешь? Борода Дебир и Дебир Борода. Ой, Дебир Борода, Дебир Борода. Знаешь, блогер такой. По-моему, да. Он такой говорит на камеру. Когда, говорит, молодой был, говорит, на улице Калинина, говорит, Бобби Кипи, ты не ворачивал. Мурат, Арадеш, брат. Тебе тоже Арадеш, мой хороший. Мой брат. Приятно. Доходаюсь, салам алейкум. Короче, братья, всем салам алейкум, берегите себя. Ну, с Аллахом всех, наших пацанов, наших сестер, в любое время, за уважение, за все. Всегда рядом, братья. Скоро будет да, видео да. Новое будет, скажем. Да, видео тоже новое, скоро видео. А кто там что будет, говори, как-то говори. Все за собой посмотрят, да. И на эту провокацию тоже не будем поддаваться. Пусть его же в своей жизни, каждый свой поворот поймает. Кто хочет, чтобы человеку Бог отдал. Давайте, всем салам алейкум, братья и сестры, берегите себя.